Орсак, покупайте Мадьяр Орсак. Свежий номер газеты Мадьяр Орсак. Газета Мадьяр Орсак. Покупайте Мадьяр Орсак. Здравствуйте. Здравствуйте, тетя Катя. Здравствуй, песик. Здорово, Цезарь. Я привез вечерний Будапешт. Очень хорошо, Федя. Сколько газет ты привез? 270. Завтра можешь привезти 300. С тех пор, как Цезарь помогает, мне дела пошли лучше. Все проходящие мимо покупают газеты. А ничего тут нет удивительного. Разве можно пройти мимо такой собачонки и не остановиться? А остановишься, обменяешься словцом с его хозяйкой, а потом, конечно, купишь газету. Что тебе, Цезарь? Конечно, сахар. На, песик, лови. Ну вот. А сейчас дай лапу. Вот так. О. Молодец. Будь здоров, Цезарь. До свидания, тетя Кац. Завтра я привезу 300 вечернего Будапешта. Никого нет, я отойду на минутку. Цезарь, ты остаешься один. Гляди-ка, на обложке журнала артистка Жужа. А машина-то у нее какая? Ягуар спортивный. Ух, вот это машина. Давай купим журнал, а? Ну, в киоске-то никого нет. Ну, посмотри, сколько стоит. 3 форинта. Ух ты. Ой, положим деньги вон сюда, в тарелку, а? Зачем? Жаль 3 форинтов, ведь можно взять и не заплатить, а кто узнает? Ну, так нехорошо. Подумаешь, нехорошо. Я сделаю вид, будто кладу деньги, а ты бери журнал. Ну да. Да бери же! Ну ладно. Вот так. А теперь идем. Пошли. Противный пес не пускает. Ну дай же ему пинка! Ну, пошел! Пошли! Злющий какой! Ну ты что, это он просто взбесился? Что случилось? Цезарь, что с тобой? Это ваша собака? Почему вы ее не привязываете? Интересно, прям скоро по улице нельзя будет спокойно ходить. Цезарь, молчать! Молчать! Эта собака не трогает добрых людей. Что это у вас в руках? Ах, журнал. Ну, дружочек, раз взял, то будь любезен заплатить за него 3 форинта. А мы заплатили. Да, что, здесь никого не было, поэтому никто не может подтвердить. Да. А вон я положил в тарелку. Ай-яй-яй-яй, и стыдно говорить неправду. Как так не было никого? А Цезарь? Ха-ха. Неправда и то, что ты положил деньги в тарелку. Иначе с чего бы собаки лаять? Интересно, уж не хотите ли вы сказать, что собака все видела? Да, 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 да. Она не отпустит того, кто не заплатил за покупку. Цезарь никогда не ошибался. А мы все-таки уйдем. Да. Ведь мы заплатили за журнал. Конечно. Ну и вот тебе, отдай ты эти 3 форинта. Нет, не отдам. Уж лучше журнал. Нате вот ваш журнал. Нате. Ты у меня молодец, Цезарь. Видишь, какие нехорошие люди бывают. Отошла на минутку, а они тут как тут. Ты у меня хорошая собачка. Напугала их умница моя. Здравствуйте, тетя Кац. Цезарь, 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 я принес тебе ужин. Смотри. Ну, открывай рот. Картошка, так. Кусочек котлетки. Ну-ка. А вот что, смотри. А, кусочек сала. Оп. Хорошо, Андрюш, спасибо тебе. Ешь, Цезарь. Здравствуйте, здорово. Здорово, Цезарь, хорошая собака. Ты посмотри-ка, что я тебе принёс-то. Ошейник, да ой, какой красивый. Правда красивый. Сейчас мы наденем его. Давайте наденем. Недоволен. Не нравится, смотри-ка. Эми, пойдем завтра в горы. Тетя Кац, может быть, вы завтра отпустите с нами Цезаря? С вами, конечно, отпущу. Ему тоже полезно побегать в горах. Правильно, хорошо. Ну, тогда завтра в 10 мы придем за ним. Хорошо? До свидания.
Вот уж больше 2 часов его нет, а ведь он никогда не отходил от меня. Что у вас произошло? Уж не пропала ли та собачка, что была вчера здесь? Да-да, пропал мой песик. Цезарь! 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 А где Цезарь? Цезарь где? Цезарь пропал, ребята. Как? Как пропал? Когда? Давно? Я на минутку отошла, чтобы купить молока. Прихожу, а его нет. Я туда-сюда зову, кричу, собаки нигде нет. Вы, пожалуйста, ой, не огорчайтесь. Он обязательно вернется. Раньше он никогда ни на секунду не отходил от киоска. Добрый день. Дайте, пожалуйста, журнал «Наука и жизнь». Одну минуточку, пожалуйста. А что случилось? У вас на глазах слезы, тетя Кац. Ой. И у ребят тоже. Цезарь пропал. Цезарь пропал? Давно? 2 часа назад. 2 часа назад? Сейчас 10 часов. Ну да, 8 часов, подметаю я вот тут на углу. И вдруг слышу яростный лай собаки. Прислушался, не как Цезарь. А потом лай вдруг умолк. И я увидел, как от киоска срывается с места черная машина и мчится мимо меня. Ой, вы думаете, что собачку украли? Очень возможно. Набросят на собаку одеяло и в машину. Тут и Цезарь не смог бы сопротивляться. А номер? Номер машины вы не заметили? Ой, погоди-ка, я ведь посмотрел на номер. Ну? Кажется, буквы были CF, потом так, 470. И еще какая-то цифра, вот ведь запамятовала. Ну, вспомните, вспомните. Ну, 3 цифр знать мало, так ведь трудно найти машину. Пропала, пропала моя собачка. Ну, мы найдем ее, тетя Кать, не плачьте, пожалуйста, правда, Андрюш? Мы найдем Цезаря во что бы то ни стало. Конечно, найдем, конечно. Но, мне кажется, сначала надо разыскать машину. Да разве вам, мальчики, найти машину? Все они похожи одна на другую. Ищи ветер в поле. Я придумал. Я придумал, что нам надо делать. Что? Мы сейчас же должны отправиться к дяде Кабе. Правильно. Вот. К тому, что служил офицером в милиции. Да, к нему. И он поможет нам. Дядя Мартон, вы пойдете с нами? Обязательно. Мы придем и все расскажем ему по порядку. Правильно. Идемте. Ведь дорога каждая минута. Добрый день. Здравствуйте, ребята. Ну, что скажете? Какие события привели вас ко мне? Позвольте мне представиться. Я Мартон Чердыш, работник домоуправления. Ну, ответственный за чистоту улиц, так сказать. Или попросту дворник. Очень приятно. Майор милиции в отставке Кабаи. Пожалуйста, заходите, ребятки, заходите сюда. Дядя Кабаи, мы пришли к вам, потому что мы хотим... Помогите нам провести поиски. Вот. Поиски? Вот да. Это да, это по мне. Что же вы хотите разыскать? Мы хотим узнать, куда делась черная машина, на которой увезли Цезаря. Увезли Цезаря? Кто такой Цезарь? Вы подождите, подождите, ребят, я ничего не понимаю. Цезарь – это наша собака. Да. Ну, то есть не наша, а газетчица. Ага. Но мы спасли ее однажды с Альдин на Дунае. В общем, очень мы ее любим, эту собачку. И к тому же Цезарь очень умная собака. Она даже газеты может продавать. Да. Это вы про тот клубочек шерсти, что обычно сидит на углу возле газетного киоска. Ну, да? Да. Так я знаю эту собачонку. И так говорить, ее украли. Как же это произошло? Вот дядя Мартон, он все видел, и он вам расскажет. Ага. Дело было так. Собака осталась одна у киоска. Так. Вдруг подъехала машина. Потом я услышал, как лает собака. Так, так. Ну, и невольно обратил внимание.
Вижу, как машина стремительно срывается с места и мчится. Так. Правда, тогда мне и в голову не пришло, что украли Цезаря. Но эта машина мне как-то сразу не понравилась. Она промчалась мимо меня, и я заметил ее номер. CF470. И еще одна цифра. Вот никак не вспомню ее. Да. Вот эта цифра, она нам очень нужна. Иначе как начинать поиски, если мы не знаем номер машины? Вот как? Да, как. Хотя, постойте-ка, возьмем лист картона, напишем на нем разные номера. Вдруг вам вспомнится. Номер начинался так, CF, да. Потом 4, 7, 0. Да. Так, нарисуем эти цифры. Так, так, так. А теперь на отдельные листочки 1, 2, 3, 4. Так, попробуем подставить. Вот, например, подставим четвертой цифрой единицу. Посмотрите теперь на весь номер, когда все цифры вместе такой. Если бы мне помнить. А может, два? Не помню. Три. Три? Кажется, в конце номера было нечто подобное. Да-да, два кружочка. А может быть, один. А не беда, три цифры у нас есть, кружки. Значит, это может быть 3, 8, 9. Во всяком случае, есть с чего начать. Нужно выбирать из трех машин. Да, ну как узнать, кому она принадлежит? Ну, это же вы доверьте мне. У меня есть друг в автоинспекции, где все машины на учете. К завтрашнему дню он скажет мне точно имена и адреса владельцев этих трех машин. Вот здорово. Ну вот. Это хорошо. Да. Так значит, мы завтра к вам зайдем. Очень. К 9 часам. Я хорошо. Хорошо, до свидания, ребятки, до свидания. Пришли, вот да, и хорошо. Пришли. Вот вам адреса, теперь дело за вами. Справитесь? Постараемся. Вы только скажите нам, что делать. Ничего не остается, как отправиться по всем трем адресам. Не исключено, что в одном из этих мест кому-нибудь из вас на шею вдруг прыгнет сам Цезарь. Вот хорошо было бы. Скажите, ребятки, вам приходилось когда-либо играть в военные игры? Конечно, приходилось. Вот в прошлое воскресенье мы играли в лесу. Да. И мы оба были в команде, которая победила. А, ну тогда вам можно доверить это дело. Ведь наши поиски немного напоминают военную игру. Так они требуют ловкости, находчивости, смелости. Пишите. Пишите, ребятки. Сейчас, Андрюш, сейчас. Так, ну. Подождите. Пиши. Так. CF4703. 03. Доктор Артур Майер. Артур Майер. Зубной врач, улица Кристины, 4. 4. Записал? Да. Следующий. CF4708. Солист оперы Габор Синтаи. Габор Синтаи. Адрес: улица Верходром, 32. Ага. Это на Розовом холме. И третий. Записал? Третий. CF4709. Эндре Фогель. Село Ляньфалу, улица Чириеныш, 7. Это за городом. А я уже бывал в Ляньфалу. Бывал? Да. Надо ехать сперва электричкой, а потом на автобусе. Правильно. Вот этот адрес мы оставим напоследок. А сейчас поезжайте на улицу Кристины, а потом на Розовый холм. Понятно? Ага, понятно, ну, понятно. Вот. Спасибо вот большое. Спасибо большое. До свидания, ребятки, счастливо. А рядом дом номер 2. Список жильцов, вот смотри. Доктор Артур Мейер, стоматолог. Ну, зубной врач. Первый этаж, квартира 2. Прием больных с 4 до 7. Вот, видишь,
А сейчас только 3 часа, придется подождать, пока начнется прием. Нет, нет, нет. Я бывала у зубного врача и знаю, что во время приема всегда много народа, и мы не сможем с ним поговорить. Давай позвоним. Ладно, только ты иди первым, а? И ты говори, ладно? Что случилось, мальчик? Болят зубы? Нет. Нет. Доктор, мы пришли, чтобы... Мы хотели только посмотреть, нет ли у вас собаки. Собаки? У меня нет собаки, да и никогда и не было. А машина у вас есть? Машина? Да. Значит, вас интересует машина, а не собака? Нет, собака. Ну, раз собака, то ничем помочь вам не могу. Но вот что касается машины, то у меня есть Шкода красного цвета. Красного. Нет, нам такая не нужна. Та была черная. Извините. Извините. Ну, мы хорошего. Пойдем по другому всего адресу. Хорошего. Андрей, вот смотри, улица Верходром написано. Вот дом, видишь, солист оперы Габр Синты. Вот и звонок. Ты достанешь? Попробую. Ну-ка. Нажал. Вот. Кто там? Ой, кто-то с нами говорит. Голос идет прямо из стенки. Ну, кто там, отвечайте. Да, сейчас, это мы. Ах, это вы, сорванцы, не дают людям покоя. Замолчала. Все ясно. В стенке у ворот вставлен динамик, чтобы не бегать каждый раз, когда раздается звонок. Вот здорово придумано. Наверное, где-нибудь есть и микрофон. Вот. Ага. Где? Вот, вот. За сеточкой, смотри-ка, видишь? Только ведь мы не достанем до него. Знаешь что? Да. Ими, забирайся мне на плечи. Ну-ка. Давай. Позвони еще раз. Ну, давай. Ну. Держусь. Теперь сейчас достану. Нажимает звонок. Ну, кто это там опять? Это мы. Это мы, Андрюш и Ими. Нам нужно поговорить с товарищем артистом. Понимаете, у нас пропала собака. Товарищ артист нет дома. А собак ищите где-нибудь в другом месте. Здесь нет никаких собак. Что вам здесь надо, мальчики? Играете со звонком? Ой, нет. Простите, мы не играем. Нет, но нам нужно... Нам хотелось бы поговорить с артистом Синтой. Ого. О чем же вы хотите говорить с ним? Кстати, Синта – это я. Ну-ну, выкладывайте, что у вас? Предупреждаю, автографов здесь я не даю. Не дам даже вам. Да нет, мы пришли сюда, потому что у нас... Пропала наша любимая собака. То есть не у нас, но у одной старушки. Да, ее увезли на машине. И вот мы должны найти эту собаку. Вот мы и пришли сюда, чтобы... Понимаете? А, значит, вы разыскиваете пропавшую собаку? Да. Да. Вот эта собачка в прошлом году чуть не утопла. Мы ее вытащили со льдины на Дунае. Вот совсем немножко бы, и она погибла. Ну, раз вы так любите животных, значит, вы хорошие ребята. Ну-ка, заходите ко мне. Заходите и расскажите все по порядку. Смотрите, Роза, какие гости у нас сегодня к завтраку. Ой, так это гости. А я чуть было не прогнала их. Ну, ребята, садитесь. И пока нам приготовят поесть, расскажите мне историю вашей собаки. Что же произошло с ней? Вы спасли ее со льдины. Да, мы спасли ее со льдины. Да. Собака целых 2 дня провела на льдине. Ну, потом мы ей дали поесть, потом пересадили на лодку. Так. Так, а потом подарили ее газетчице.
Она ее очень полюбила. Вы знаете, вот... собака очень смышленная. Она караулит киоск и даже газеты продает. Да, а мы приносим ей еду. И вот позавчера собака исчезла. Ее увезли на машине, это видел наш дворник. Автомобиль был черный, с номером 4703. Или 8? Да, или 9. В восьмерке мы уже были, вот там собаки нет. Да, вот теперь мы пришли к вам, ведь номер вашей машины... 4703, но у меня, к сожалению, нет собаки, сами видите. Да, бедный Цезарь. Увидим ли мы его теперь? Цезарь? Да, да, так зовут нашу собаку. Цезарь. Вот совпадение. Знаете, мою любимую собаку тоже звали Цезарь. Однажды вечером я возвращался из театра и увидел у калитки собаку. Она лежала на снегу, в горячке, и умоляюще смотрела на меня влажными от жара глазами. Я не мог пройти мимо нее. Собака была большая, мы с Розой едва внесли ее в помещение. Вызвали ветеринара. У собаки оказалось двухстороннее воспаление легких. Ой-ой-ой. Да. О, вылечили. И пес стал нам добрым другом. 10 лет прожил он в моем доме. И вот в прошлом году заболел и не поправился. Роза очень плакала. А вот и кофе. Так, пожалуйста. Вот булочки, мед, масло. Кушайте, ребята, кушайте на здоровье. Спасибо, спасибо. Удивительно, что вашу собаку тоже звали Цезарь. Это Роза придумала. В ее деревне всех больших собак называли так. Она же небольшая, а Цезарем мы назвали, потому что она героически выдержала испытание на льдине. Да. Ну и где же вы теперь будете искать свою пропавшую собачонку? Кажется, вы называли какой-то номер машины. Да. Да. Но мы еще там не были, и это третье место. И хозяин машины Эндре Фогель живет в пригородном местечке Лианьфалу, улица Черениш. Да, и мы туда вот поедем завтра. Сначала на электричке... Потом на автобусе. Андрей знает дорогу. Я знаю. Может быть, мы нападем на след Цезаря? А зачем ждать до завтра? Зачем? Сегодня я свободен, могу повезти вас туда. Все равно мне хотелось немного прокатиться на машине, подышать воздухом. Ой, правда? И вы нас повезете на машине, да? Вот здорово. А когда мы поедем? Сейчас, сейчас, немедленно. Ой. Ой, имя! А что, если мы сегодня вечером найдем Цезаря? Так, вот дом номер 7. Да. Ну что же, какая-то девочка в саду качается на качелях. Угу. Знаете что, поговорим с ней. девочка. Чего? Послушай, Фогели здесь живут? Да, здесь. Только мамы с папой сейчас нет дома. Дома мы с тетей Еленой. Я сейчас ее позову. Погоди. Давай лучше поговорим. Да ты не бойся нас, мы же тебя не тронем. Скажи, у вас есть собака? Нет, теперь нет. А как так теперь нет? У меня была собачка, малыш, но она выбежала на улицу, ее задавила машину. Малыш был лучше всех собак на свете. Я привязывала ему бантики на шее. Скажи, девочка, а другой собаки у тебя не было? Была, только это была плохая собака. А откуда ты взяла другую собаку? А мне привез ее папа, потому что я так плакала, когда задавили малыша. А когда привез? Позавчера. Позавчера? Угу. А сейчас где она? Где она? Я не люблю эту собаку, она плохая. Не ела, не пила, все только бегала по двору зад-вперед, хотела выскочить за ограду. Потом папа привязал эту собаку, а играть с ней все равно нельзя было. Она то скулила, то ворчала, такая глупая собака плохая. А какого цвета она?
Рыжая, мохнатая. А куда же она делась? Это, наверное, ваш Цезарь, да? Да, Цезарь, наверное. Куда-куда, откуда я знаю? Она разгрызла веревку, прыгнула через забор. А мне совсем и не жалко, потому что она не то что малыш. Он был лучше всех собак на свете. Я ему привязывала бантики. Погоди, девочка. Ой. Ты о малыше нам уже все рассказала. А когда новая собака прыгнула через забор, ты за ней даже не побежала? Ну, неужели никто не пытался задержать ее? Мама побежала за калитку, а собаки уже не было. А мне совсем и не жалко. Не жалко. Ну, что же нам теперь делать? Что же? Где же нам искать нашего Цезаря? Убежала куда? Бедная собака теперь умрет от голода или заблудится совсем. Ну, не огорчайтесь, мальчики. Вот увидите, Цезарь скоро вернется домой. Да, а как он найдет дорогу? Ведь в этой деревне он никогда не бывал. А как узнает Цезарь, в какой стороне Будапешт? Ну, у собак особое чутье. Они запоминают все запахи, которые встречаются им по дороге. Вот, например, здесь бензоколонка, а там косит траву запах сена. Еще многое другое может запоминать собака на своем пути. Я не удивлюсь, если по возвращении мы найдем ее дома. Садитесь, мальчики, садитесь. Поехали. Кат, вот девочка, которая была в том доме, ну? Она нам рассказала, что у нее убежал пес. Так может, это и был Цезарь? Да как же Цезарь придет из Лианфалу? Ведь расстояние добрых 20 километров. А нам товарищ Синта и сказал, что Цезарь обязательно придет домой. Если не сегодня, так завтра. Да, а если не придет, мы будем продолжать наш поиск. Мы его найдем во что бы то ни стало. Ну где же вы будете его искать? Ох, чувствую я, что Цезарь пропал навсегда. Если это и он убежал из того дома, все равно ему не найти дорогу ко мне. Поймают его по пути. Остается только ждать, когда Цезарь вернется домой. Нет, пойдем к дяде Кабе. Он наверняка подскажет, что надо делать. Пойдем. Значит, ребята, остается второе предположение. Поскольку Цезарь уже 3 дня не возвращается домой, следовательно, его поймал кто-то другой. А кто? И зачем надо было ему ловить нашу собаку? Но здесь нужна логика следователя, то есть очередная версия. Различные учреждения покупают для экспериментальных целей собак. Предположим, что кто-то поймал Цезаря для того, чтобы продать, то есть получить за него деньги. Это не может быть. Может быть. Погодите. Есть 3 исследовательских института. Один называется филоксия, другой институт вакцины и 3-й медицинский исследовательский. Значит, нам надо пойти в эти институты и поинтересоваться там. Было бы неплохо. Предлагаю начать с филоксии. Филоксия. Вот это название. О. Что оно значит? А, внизу мелкими буквами написано. Государственный институт по производству сыворотки. Да, ну куда нам здесь пойти и кого спросить? Вот указатель. Отдел вирусов. Слушай, какая-то женщина идет в белом халате. Давай ее спросим. Сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вам тут нужно, мальчики? Понимаете, мы ищем одну собаку. А мы над собаками опытов не производим. У нас тут есть крысы и белые мыши. Да. Они вам не нужны? Нет. А собака, которую вы ищете, была ваша? Да. Ее украли еще позавчера. И с тех пор мы вот ее ищем. И никак не можем найти. Понятно. К сожалению, здесь ее тоже нет. Но вы знаете что, ребята, если вы не найдете собаку, приходите опять сюда.
У моих соседей есть щенята. Хотите, я попрошу для вас одного? Не, спасибо. Только такой собаки, как наш Цезарь, больше нет нигде. Ну, тогда ничем не могу вам помочь. Извините. До свидания. До свидания. Институт вакцины. Вот вахтер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вам что? Дяденька, мы ищем нашу собаку. Она потерялась. Какого цвета? Рыжеватая. Какая она? Ну, как какая? Обычная собака. Да нет, я спрашиваю, какой величины? Маленькая, средняя или большая? Ну, средняя, средняя такая. А, средних собак у нас сейчас нет. Но если хотите, можете сами посмотреть. Вон там, ага. Вон, в клетках. Спасибо, спасибо. Хорошо, спасибо. Это черная. Нет. Вот это похоже на волка, смотри. Да. Вон, пестрые. Нет, нет. Нет, нашей собаки здесь не видно. Нет, не видно. Медицинский исследовательский институт, бюро пропусков. Если здесь не найдем, все кончено. Эй вы, что вам надо? Мы хотим посмотреть, нет ли здесь нашей собаки. Собак смотреть? Что вам, здесь цирк? Здесь люди заняты серьезным делом. А ну, марш отсюда. Пойдем, пойдем, Ими, все равно все пропало. Смотри-ка, смотри-ка, что это там написано, а? Принимаем собак от населения. Часы работы приемного пункта от 6 до 7 утра. Ну вот завтра утром в 6 часов мы и сюда придем. Правильно. А если надо, то и каждый день будем ходить. Подняла. А меня папа разбудил. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Что это вы так рано пожаловали к нам? Мы ищем нашу собаку. Собаку? Погодите, погодите. Это не вы были здесь вчера? Да, мы. О, как вы разозлили моего мужа. А что вам действительно здесь надо? Понимаете, у нас была собака, которую мы очень любили. В прошлом году весной мы ее спасли. Потом мы подарили ее газетчице. Но мы ее кормили, гуляли с ней. И вдруг ее украли. Ой. Мы нашли, кто ее украл. А потом собака пропала. И вот уже несколько дней мы ищем ее. И никто не хочет нам помочь, потому что мы маленькие. И только вот артист Синтый, он помог нам. Он добрый, хороший. Синтой, говорите? Да. Это тот знаменитый певец? Да-да, он даже на своей машине отвез нас в Лени-Фалу, когда мы искали нашу собаку. Ну ладно, пойдем, Андрюша, а то нас опять прогонят. Погодите, погодите. Ну, мой муж не такой уж плохой. Сейчас я поговорю с ним. Возможно, он поможет вам. Подождите, я сейчас, сейчас. Спасибо. Ими, смотри-ка. Приносит собак. Ага. Вон черная собака. А вон пестрая. И ни одна не похожа на Цезаря. Нет. А, так это вы опять. Слушаю вас, ребята. Мы до сих пор не нашли нашей собаки. Жена мне говорит, что собака, которую вы ищете, не ваша.
Правда это? Правда. Это газетчицы. Ну, она не может искать свою собаку. Да, киоск же ей нельзя оставить. Там газеты и журналы. Тогда рассказывайте, как пропала эта собака. Во вторник она еще была в Ляньфалу, откуда она сбежала. Хотела добраться домой. Да, а нам сказали, что она и пришла бы домой, только с ней по дороге что-то случилось. Ну, наверное, кто-то поймал ее. Постойте, постойте. Ведь между Ляньфалу и Будапештом находится село Будакалас. А в этом селе у нас постоянный заготовитель собак. Ни одной собаки не пропустит. Специалист своего дела. Возможно, что и вашу собаку он уже принес к нам. Пойдемте, пойдемте посмотрим. Пойдемте, пойдемте. Идите, заходите сюда, ребята. Смотрите, вот там у двери. Это ваша собака. Цезарь! 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 Вот ты и нашелся, Цезарь, наша собачка дорогая. Цезарь, как ты похудел. Ну ничего, мы тебя откормим, Цезарь. Конечно. Цезарь, а как обрадуется тетушка Кац, она просто не поверит, что это ты. Спасибо вам, спасибо. Спасибо вам большое. Цезарь, пойдем. Давай. Я никогда не оставлю тебя одну. Тетушка Кац, вот эту бутылку молока прислала мама. Она сказала, что Цезарь долго голодал. Теперь его надо откармливать. Только надо постепенно. А молоко как раз пойдет ему впрок. Спасибо вам, Андрюша и Ими. Вы хорошие, добрые, смелые мальчики.